Преступника задержат, нарушителя остановят, и сложное дело распутают. Прекрасную половину личного состава МВД России по Самарской области сегодня поздравляли во Дворце культуры имени Дзержинского. Самых ответственных и отважных сотрудниц наградили почетными грамотами. Как прошел весенний праздник у дам в погонах, узнал наш корреспондент Кирилл Козин. На столе стопки бумаг, материалы дела. Пока у одних в офисах букеты и конфеты, у следователя по особо важным делам Ефимовой по расписанию допрос. Елена не жалуется, профессию любит и в ее выборе ни разу не сомневалась. Ну, интересно просто доказывать сложный состав преступления, где приходится очень много труда приложить. И в итоге, когда получается, что ты все-таки находишь ту истину, которая шла, вот от этого ты получаешь больше морального удовлетворения. Когда те люди, которые действительно совершили преступление, сидят и наказаны за совершенные действия, вот поэтому, наверное, и в большей степени по этой причине нравится работать следователем. Раскрывать тяжкие, особо тяжкие преступления по плечу не только мужчине. И следователь Ефимова сама это не раз доказывала. Женщины уже давно зарекомендовали себя как ответственные и внимательные работники с особым подходом к делу. Сегодня они одеты не по форме. Дамы не при исполнении. На входе во Дворец культуры галантные стражи порядка с цветами в руках. Ваша работа, она видна. То есть нас она делает мужчин добрее, наверное. Ну, становимся, работаем по-другому. Поэтому давайте в этот праздничный день я присоединюсь ко всем поздравлениям и пожелаю вам добра, тоже мира. Самым заслуженным сотрудницам областной полиции вручили почетные грамоты. После концерт. На сцене только мужчины. Кирилл Козин, Алексей Вельмискин. Новости губернии.